в Москве, ни туда, ни туда. И как удается решать социальные вопросы жителей? К большому сожалению, вы правильно подметили, ситуация ухудшается с каждым днем. Позавчера было разбито 4 дома на территории поселка Зайцево. Вчера под обстрелом была Заряновка, был поселок 6-7 из обстрела тяжелого оружия. Но на фоне всего этого приходится решать также социальные вопросы. В принципе, учитывая то, что республика идет полностью навстречу городу, нам удается оккупировать некоторые ситуации, в том числе и по восстановлению разрушенного жилья, в том числе и по переселению. На данный момент нам удалось найти больше 100 квартир, которые мы приспособили под маневренный фонд. Это очень большое подспорье. Вот сейчас мы начинаем переселение. Как вам известно, заселили 30-квартирный дом, который был предназначен под маневренный фонд на прошлой неделе. Поэтому работа идет в плановом режиме, несмотря на усиливающиеся обстрелы.